Ночной город. Город вечерний. Сумерки встали. Машины несутся, горят фонари. Иду я по улице, люди навстречу. Идут, оставляя меня позади. Кто эти люди? Призраки, тени. Мне незнакомые и так далеки. Может, это вовсе не люди, а роботы с механизмом в груди. Все так спешат, все куда-то несутся. Им наплевать, что в груди у тебя сердце или камень, молчит или бьется. Им не до этого, их путь впереди. Каждый в отдельности любит, надеется, верит в мечту, ошибается, падает, снова встает из кромешного мгла. Все это вместе жизнь называется. Жизнь человека, она непроста. 28 декабря 1900 84 года. Город Томск.